Администрация города Нефтекамска начинает процедуру приема заявок для отбора дворовых территорий в предварительный перечень программы «Башкирские дворики» на 2020 год. Данный перечень включает в себя асфальтирование подъездов, устройство парковочных мест, ремонт тротуаров, установку и замену бордюров, установку детских и спортивных площадок с безопасным покрытием, дополнительное освещение при необходимости, ограждение и озеленение территории, устройство зон отдыха, установку контейнерных площадок при отсутствии и обустройство систем видеонаблюдения во дворе. Прием заявок для включения в программу «Башкирский дворик» проводится с 18 июля по 1 сентября текущего года в кабинете 310 отдела жизнеобеспечения и благоустройства администрации города. Либо можно позвонить по номеру телефона 415-03. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Нефтекамск.